Итак, что же делать? Утка, утка, гном и Маша. Ладно, окей, начнем с утки. Так, вы хотели посмотреть голову утки, да? Окей, сейчас вы это увидите. Итак, отправляемся в разум утки. Блин, что это за место? Куда я попал? Что это за мир такой? Это голова утки, что ли? Жесть. Ну-ка, а где утка-то? Утка! Утка! Ты где? Утка! Утка, привет! Утка, ты меня не узнаешь, что ли? Да, это я. Узнаешь меня? Да подожди, что ты делаешь? Зачем ты ешь конфеты? Да слушай, слушай, это иллюзия. Это не настоящий мир. Зачем ты ешь? Это не настоящие конфеты. Да слушай, слушай, утка. Это, короче, иллюзия, созданная Биллом. Это все не настоящее, вот эти все конфеты, они тоже иллюзия. Он создал этот мир, чтобы ты здесь остался навечно, чтобы ты постоянно ел конфеты и так до бесконечности. Понимаешь? Что ты делаешь вообще? Ты что, кирку не можешь взять, что ли? Я хочу копать конфеты. Да они не настоящие. Послушай, послушай, ты помнишь гнома вообще? Вот кирка, что ты... Да я не могу ее взять, конечно, я помню гнома. Так вот, слушай, мы призвали с гномом Билла. И, в общем, типа, давай я тебе помогу кирку эту взять. Видишь, она даже заколдованная, ее нельзя взять. Видишь, невозможно, она сразу выпадывает. Это тоже проделки Билла. Вот кирка, ты что не видишь? Вот она. Ну, это древний демон, который создал эту всю иллюзию. Он заточил тебя, гнома, Машу, Вику, Вайнрана. Сзади вон кирка. Да ты ее все равно не сможешь понять, поймать, это иллюзия, понимаешь? Надо выбираться из этого мира. Давай так, если ты через 10 раз не поймаешь эту кирку, то значит это иллюзия. Согласен? Вот кирка, иди сюда. Согласен. Давай 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай, девять, ну давай, девять и 10. Все, утка, ты не поймал кирку. Видишь, утка, ты не поймал кирку. Значит, это иллюзия? Да что иллюзия? Тогда слушай, чтобы выбраться отсюда, ты должен сказать: Билл, уходи. Ты понял? Понял. Давай, говори: Билл, уходи. Билл, уходи, я утка. Утка, 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 ты меня слышишь? Утка, скажи что-нибудь. Я утка. Утка, давай, вставай, вставай, утка. Все, все позади. Ты сейчас в безопасности, ты в доме. А что это было? А где конфеты? Конфет больше нету, это была иллюзия, созданная демоном. Блин, ну ладно. Короче, утка, не печалься, мы тебе купим новых конфет, поэтому все будет круто. Круто, круто! А кто это? Почему гном лежит? Бразы, что с ним? Бразы! Ну... Сейчас мы пойдем на выручку гному. Ну, то есть я пойду, потому что у меня есть вот этот, смотри, волшебный амулет. Видишь, утка? Я утка, я вижу. Ну вот, смотри. Осталось двое жертв. Это вот гном и вот Маша. Так что надо их спасти. Че, утка, иди, наверное, посиди, отдохни там после такой изнурительной, так сказать, иллюзии. Окей? Окей, базы. Ладно, я приду, посижу, отдохну. Ну все, ладно, давай. А я сейчас, короче, к гному проникну. Итак. Ну что ж, гном, давай, будем тебя спасать. Отправляемся в разум гнома, мы банда. Так, что это за место? Это какой-то дворец. О, тут какой-то горшочек золота или не золота. Блин, какое-то странное место. Оно какое-то роскошное, богатое. Блин, я, конечно, знал, что гном алчный и жадный. О, гном, ну-ка, ну-ка. Гном, ты что здесь сидишь? Ну это посидеть с тобой. Да? Ну ладно, смотри, мы богатые. Смотри, сколько есть золота. Зацени сюда, а? С
Золотишко. Ну как ты, а? А вон, посмотри сзади меня. Сундуки полные золота. Зырь, зырь, зырь. А в этот загляни. А в этот... Да, гном, обалденно. Только я тебя это... расстроить хочу. В смысле, братуха? Нас что, конфискуют его, что ли? Да не, да ты успокойся, все нормально. Так а что ты тогда меня кипишуешь? Все же нормально, золото наше. Впервые исполнилась моя мечта. Целая комната из золота. Смотри, вот золото. И здесь золото. И вот здесь золото, видишь? И вон там золото. И тут везде люстры из золота, потолок из золота, стены из золота, пол из золота, все из золота, ты прикинь! Да, да, только я тебя расстрою, это все иллюзия. Как иллюзия? Ты че, братуха? Как это иллюзия-то? Ты что, надо мной издеваешься? Это настоящее все. Это все настоящее золото. Да слушай, слушай, это помнишь Билла? Не помню никакого Билла. Это золото мое, наше. Туда же сундуки, сейфы вон на потолке висят. Все наше. Да гном, я тебя расстрою. Это, короче, Билл создал иллюзию. Он каждого заточил в своей реальности, где все его это, лучшие мечты сбылись. Слушай, Евгений, даже если это иллюзия, она слишком крутая, я отсюда не уйду. Брось меня, уходи, я буду золотом один на один. Да слушай, гном, ну подожди. Это иллюзия, ты что, бросишь утку? Бросишь меня? Ты помнишь хотя бы утку? Или меня, или вообще? Ну, припоминаю. Но золото, ты посмотри на него. Золото, оно же лучше. Лучше, чем друзья. Что, гном, ты когда так говорил? Ты никогда так не говорил, что золото лучше, чем друзья. Ты не должен так говорить. Ты должен вернуться в реальность. Это иллюзия, ты здесь будешь вечно. Ты вспомни, когда ты последний раз ел или еще что-то делал? Да мне не нужно есть. Мне главное золото. Ты посмотри. Золото. Золото везде. Золото везде вокруг нас. Вернее, меня. А ты уходи из моей иллюзии. Все, давай, до свидания. Суши сухари, уходи отсюда. Ну, гном, гном, подожди. Слушай, вот давай. Давай все-таки ты мне поверишь. Потому что, ну вспомни, мы банда. Ты бросишь свою банду? Ну, нет. Не брошу. Что надо делать, чтобы банду вернуть? Банда круче, чем золото. С бандой можно раздобыть больше золота. Вот именно, с бандой ты можешь стать богатым в реальности, а не в какой-то иллюзии. Ну что, ты согласен вернуться? Ладно, была не была, суши сухари, что надо делать? Короче, ты должен искренне поверить, что это все иллюзия, сказать Билл, уходи, и ты вернешься обратно в настоящую реальность. Вот так вот просто? Ну да, вспомни Билла, ты мне сам про него рассказывал, что с ним нельзя заключать сделку. А ты че? Заключил, что ли, братуха, а? Заключил, что ли? Да, да. Блин, нафига? Ну, вот так вот вышло, зато машину времени спас. А, машину времени. Что-то припоминаю. Ладно. Давай, короче. Сейчас я скажу, Билл, уходи, и все, да? Да, 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 ты должен сказать, Билл, уходи, и все, и мы вернемся в настоящее, окей? Да, 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 давай. Просто скажи, Билл, уходи. Да, давай. Билл, уходи. Гном, гном, ты меня слышишь? Гном, подай звук. Что такое? Давай, вставай, гном. Давай. Где я? А где золото? Золото где мое? Да это была, короче, иллюзия. Иллюзия? Блин, ну ладно, короче. Банда, ты в этой реальности? Да, 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 гном, все нормально. Вот, осталось только последнюю спасти. Машку, ну давай, спасай Машку, какашку, короче, давай. А я пока посижу там, отдохну на кресле или на диване. Давай, братуха, суши сухари, давай. Ладно, ну что ж, проникаем в голову Машки. Итак, погнали. Маша, Маша, я иду за тобой. Что? Так, 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 Евген, бро. Привет, настоящий парень, реально. Всех ведь почти спас. Но ничего, у тебя не выйдет. Зачем ее спасать? Вспомни, сколько раз ты жертвовал собой ради нее. А она делала ты то же самое ради тебя.
Да, она тоже делала это ради меня. Поэтому отвали, Билл. Я сейчас иду за ней. Ты меня не остановишь. Все, я иду за Машей. Маша, я иду к тебе. Я иду тебя спасать. И ты меня, Билл, не остановишь.